этом году фестиваль «Надежда» посвятили столетию комсомола, поэтому участникам предстояло исполнить песни композитора, героя социалистического труда и народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Для своего выступления педагог и участница «Забавы» решили выбрать композицию «Старый клен». И не прогадали. Члены жюри признали ансамбль русской песни лучшим коллективом в своей возрастной категории. Долго готовиться нам не пришлось, потому что это август месяц, это еще даже не начало учебного года. В общем, как-то так спонтанно все получилось, быстро, но песня такая лирическая, и мелодия достаточно как бы ложится хорошо, запоминается. Выучили быстро, ничего не ожидали, просто поехали поучаствовать, посмотреть, послушать другие коллективы. Сестры Шевлягины занимаются вокалом с 5 лет. Настя и Арина стараются принимать участие во многих фестивалях, как городских, так и региональных. Это помогает им совершенствовать свои вокальные навыки, заводить новых друзей. А благодаря фестивалю «Надежда» девочки еще и расширили свой репертуар. Выучили песню, которая не входила в наш репертуар, но после этого конкурса мы решили, нам нравится песня Александры Пахмутовой, и мы взяли одну песню, которую мы пели, «Старый клен», себе в репертуар. На конкурсе ансамблю народной песни «Забавы» вручили памятные дипломы и гитару, которая теперь украшает репетиционный зал коллектива. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.